Бойцы АТО будут получать 10 тысяч гривен в качестве доплаты. Об этом сообщил президент Украины во время посещения воинской части Нацгвардии в Винницкой области. Петр Порошенко заявил, повышение денежных выплат для военных ввели с августа. Кроме того, президент отметил, за последний год значительно улучшилось материально-техническое обеспечение вооруженных сил страны. Значно підвищена грошова доплата за перебування в зоні антитерористичної операції. Крайнє підвищення за моїм наказом було зроблено в серпні місяці поточного року. І вже на першій лінії український воїн отримає 10 тисяч гривень доплати. Кроме того, военнослужащим Нацгвардии в этом году получат 450 квартир. Об этом Петр Порошенко заявил в Виннице на торжествах по случаю Дня города. Вместе с президентом поздравить горожан приехал и премьер-министр. Мы довели, что саме в наших руках якість нашего життя. И мы начали капитальный ремонт страны. Мы хотим, чтобы в всей стране поднималась экономика, чтобы наше військо стало на самом деле лучшим в мире.